Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня замечательный день. Сегодня я получила кнопку YouTube в подарок. Мне пришла вот такая вот чудесная награда, потому что на моем канале уже более 100 тысяч подписчиков, а такую награду дают всем тем, у кого набирается 100 тысяч подписчиков. Кроме того, это не должны нарушены быть авторские права, в общем-то, права сообщества, правила сообщества, и очень много-много чего должно быть не нарушено. Я уже с этим столкнулась, я это уже знаю, да. И чтобы получить эту кнопку YouTube, это действительно мне пришлось кучу деклараций заполнять и все остальное. Но, наконец-таки, она у меня. И чего я несказанно рада. Поверьте, что год назад, когда я открывала этот канал, я даже не думала, что я смогу получить вот такую вот награду. Я несказанно рада. Я благодарю вас, дорогие мои друзья, мои любимые клиенты, подписчики мои, гости моего канала. Кстати, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень-очень люблю и благодарю за то, что вы помогли мне получить такую чудесную награду. Благодарю свою доченьку, которая год назад, доча, я тебя очень люблю и благодарю, что год назад ты подсказала мне, что есть такая вот чудесная вещь, да, как YouTube, где можно открыть канал и развиваться как личность. Я тебя очень благодарю, да, я тебя поцелую. Благодарю. Ну, конечно же, ты поможешь мне. Конечно. Открыть. Я, видите, в таком нарядном платье сегодня, потому что у нас все-таки такой маленький праздник. Ну, я не знаю, как для кого маленький, не маленький, но для меня это огромный праздник. Вот честное слово, это огромнейшая радость и огромнейший праздник. Вот это поощрение и награда. И поверьте, дорогие мои друзья, я теперь буду работать еще больше, наверное, еще продуктивнее, я постараюсь, да, чтобы радовать вас на своем канале. Да. Так, ну я что там? Так, сейчас, только подожди, аккуратно, тихо. Доченька, я тебя очень прошу. Только аккуратненько, у тебя ручки маленькие, ты все сделаешь аккуратно. Это по большей части тоже твоя заслуга, что ты мамочку... На этаж на YouTube. Так, аккуратнее. Нет, наверное, вламывать не надо. Наверное, вытащить надо. Скорее всего, такая плотная. Или может еще порезать. А вот, просто порезать и открыть. Так, та-дам! Та-да-да-дам! Давай, потихонечку. Ух ты, подождите. Тут еще... Какой-то или сертификат, или что. Так, я сразу говорю, я по-английски ничего не понимаю. Но дочка наверняка с переводчиком, с гуглом позже мне переведет, да, доченька? Конечно. Потому что, вот смотрите, ну я понимаю эту цифру. Смотрите, вот 100 тысяч people, это 100 тысяч подписчиков, правильно? Ну, людей, неважно. Дальше я ничего не понимаю, я только YouTube и 100 тысяч подписчиков людей, вот это я понимаю. Больше я там, и еще какая-то визиточка, посмотрите, не знаю я, что здесь написано, но я знаю одно, мы переведем это при помощи Google переводчика после этого видео, точно, обязательно наберем. Да, ну, наверное, может быть, это какая-то грамота? Ну-ка, дай ко мне посмотри. Ну, вообще-то, да. Это, наверное, какая-то грамота. Это, скорее всего, это надо взять в этот, господи, в рамочку и повесить на стену. Ну, кнопку YouTube обязательно мы... повесим, у нас есть аллея славы, я ее покажу чуть-чуть попозже, когда мы эту кнопку YouTube повесим, да, пока грамоту, или положим пока что здесь, да, давай. Ну, давай. Так, доставай, торжественный нет, момент. Доставай ты. Так, смотри, как красиво написано, Светлана Веда, for passing 100 тысяч subscribers. Короче говоря, у меня на английском ломаном, непонятно на каком языке. Ну, это что-то вообще, я даже не ожидала, я даже представить не могла, что вот это чудо когда-нибудь может быть моим. Да, точка, красиво. Ну что, достаем? Давай, ух ты, что-то у тебя пальчики тоненькие.
Смотрите, какая кнопочка Ютуба. Но мы сейчас еще развернем ее. Посмотрите, какая прелесть. Нет, мы развернем ее обязательно. С этой стороны черная. Тут еще какая-то штучка, да? Это что-то. Торжественный, исторический момент. Исторический. Дочка, помогаем. Так. Это что-то невероятное. Смотрите, какая прелесть. Здесь зеркало. Ну, в зеркале отражается, кстати, камера. Вот она, камера отражается. Ой, какая прелесть. Это что-то, что-то вообще. Посмотрите, какое чудо. Вот написано Светлана Веда. Такие буковки. Это я читала, что эта кнопка делается вручную. Для каждого человека она делается индивидуально. И посмотрите, сейчас покажу. Здесь такая бархатная основа. Черная, красивая. И видите, вот это вот такие две дырочки, да? Сейчас мы будем думать, как это, где ее поместить. Ну, где у нас уже есть место для нее. Я честно скажу, у нас, еще раз повторюсь, есть аллея славы. И туда мы вот эту вот кнопку сейчас повесим. Ну, доченька, скажешь что-нибудь? Ну, я хотела бы поздравить тебя с этим знаменательным событием, с этим праздником. Ведь я понимаю, сколько ты трудов туда вложила, сколько ты вложила сил и времени. Ты молодец. Я тебя люблю, солнышко, дай тебя обниму. Я тебя благодарю. Родная моя, что ты со мной была все это время, и когда мама уже твоя уставала и хотела закрыть канал, ты меня всегда останавливала и говорила: нет, мамочка, продолжай, это твой канал, ты сможешь. И всегда поддерживала меня в трудную минуту и всегда давала мне уверенность в себе. И за все, когда все, что было в этот год, да, все случалось, ты была со мной рядом. И ты знаешь, как я сильно порой устаю, как у меня бывает и ночи бессонные, и ритуалы до утра, и утром опять люди или видео, да, съемки. Это все ты со мной жила этот год и помогала, и есть готовила, и за мной тоже ухаживала. Я тебя очень люблю, я тебе очень благодарна за то, что ты была со мной рядом. Да, я тебя поцелую. Я благодарна вам всем, дорогие мои подписчики, за то, что вы были со мной этот год, за то, что писали комментарии, пусть плохие, хорошие. Поверьте, я люблю вас всех без исключения, потому что действительно даже негативные комментарии меня подстегивали как-то, может быть, улучшить работу или, несмотря ни на что, продолжать вести этот канал. А хорошие комментарии — это вот просто, понимаете, это подпитка такая, подпитка и сила, которую вы мне давали, дорогие мои, чтобы этот канал развивался, продолжался. Когда вы мне ставите лайки, пишите хорошие комментарии, подписывайтесь на мой канал, поверьте, для меня это огромный стимул продолжать, улучшать и делать более качественный этот канал. И поверьте, я буду стараться дальше этот канал развивать как можно лучше. Я люблю вас всех, дорогие мои. Я люблю вас. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви. Побольше вот таких побед, может быть, меньших, может быть, больших, но побольших побед в жизни. И всего вам самого-самого наилучшего в мире. Пока-пока! Здесь в моей квартире аллея славы, так называемая. И здесь стоят награды моей дочки. И здесь же, если мы сейчас посмотрим наверх, та-дам! Теперь моя награда. Серебряная кнопка Ютуба. Вот оно ее место. Долгожданная кнопочка. Еще раз всем спасибо огромное. Выражаю вам огромную благодарность, что вы были со мной все это время, поддерживали меня, писали комментарии, подписывались на мой канал. Люблю вас всех.
И, конечно же, что удивительно и знаменательно именно для меня, я считаю, что это очень знаменательно, что кнопку эту я получила буквально за день до такого чудесного праздника Николай Вешник, Николай Угодника. Посмотрите моё видео, посмотрите плейлист «Праздники, ритуалы», там вы найдете два видео про Николая Чудотворца и какие можно делать ритуалы на этот праздник, потому что это действительно очень сильные и мощные ритуалы. Ну что ж, дорогие мои, еще раз показываю вам аллею славы у меня в квартире. И вот она, моя прекрасная, прекрасная награда, кнопка Ютуба. Люблю вас всех. Пока-пока.